Праздники у татар. Два праздника мусульманских. Это Курбан-байрам, Ураза-байрам. Это мы сейчас называем байрам. В традиционном быту... О праздниках, обрядах и традициях татарского народа рассказала Руфа Уразманова в рамках заседания кружка «Этнофорум». 17 апреля прошла завершающая в этом году лекция. Руфа Уразманова – один из крупнейших специалистов в республике по этнографии татар. Этой научной проблемой она занимается уже более 30 лет. И сегодня она поделилась своими самыми интересными исследованиями в этой области. Да, когда к нам приезжают туристы, и вообще, когда едешь куда-то, хочется о народе узнать. И о народе сейчас по костюму много не скажешь, ибо мы одеты все то, что есть в магазинах, как говорится. Что-то можно сказать о кухне, но самое интересное, наверное, же его праздники, обычаи, обряды. И народ раскрывается во время праздника, когда ты увидел его праздник. Вот поэтому просто студентам, мне кажется, надо это знать. Посетить лекцию мог каждый желающий, но по большей части это студенты направления антропологии и этнологии. Заседание кружка проходит раз в месяц и выглядит следующим образом. Это формат открытого диалога, где каждый желающий может задать интересующий вопрос. Получить развернутый ответ, получить какие-то новые сведения для своих исследований, для тем, которые его интересуют. Возобновятся лекции только в следующем году. Темы подбираются творчески, а наиболее интересные предлагаются после научных экспедиций. Эльвина Хадимулина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.